сейчас мы переживаем третью волну новой коронавирусной инфекции, и что характерно, что мы заметили, что в период третьей волны коронавирусная инфекция у детей протекает отличительно от первой волны, второй волны. Первую волну и во вторую волну мы имели более 50% детей бессимптомных, так называемое здоровое носительство. То есть, да, дети выделяли вирус, коронавирус, но клинической картины не было вообще. В настоящее время увеличилось количество детей, процент детей, которые имеют клиническую картину. Увеличился процент детей, которые имеют ближе к среднетяжелой степени тяжести течения заболевания. То есть температура более длительно держится на высоких цифрах. Если ранее была она просто субфебрильная при проявлении клиники, то в настоящее время температура может держаться до 38-39 и более 3 дней. Процент детей с клиническими проявлениями тоже стал более высокий. То есть из всех детей, которые выделяют вирус в настоящее время, где-то уже теперь процентов 60, может быть, даже к 70, может, по разным данным, все-таки имеются клинические проявления у детей. Плюс сократился инкубационный период, то есть стали выдавать клинику и появляться жалобы после контакта, если контакт установлен в более короткое время. Ну и, естественно, в настоящее время мы стали отмечать у детей, вот раньше как-то даже разговора не было среди наших специалистов, про то, что новая коронавирусная инфекция у детей может начинаться с кишечных проявлений. То есть вначале кишечные проявления, температурная реакция, потом подсоединяются уже респираторные проявления. Еще одной особенностью является то, что у нас стали болеть чаще дети первого года жизни. Новорожденных очень, так скажем, увеличилось количество детей первого года жизни. У нас в этом году больше заболеваемость, больше встречается инфекция мочевыводящих систем. Связано ли это с ковидом, не связано ли это с ковидом, но в любом случае вот стали отмечать, что дети первого года жизни не было такого никогда. Инфекция мочевыводящих путей встречается очень часто, тоже вызывает беспокойство. Рентген в любом случае показан только в тех случаях, когда врач видит какие-то респираторные проявления. То есть если диарея не сопровождается респираторными проявлениями, если диарея не сопровождается какими-то жалобами со стороны респираторного тракта, то врач, думаю, что не назначит рентген. Подростки уже приближены к взрослым. И, ну вот, наверное, среди подростков чаще всего и встречаются проявления в виде пневмонии, у них чаще всего. То есть ребенок до года, ну, практически не даст пневмонию. А у подростков встречаются, и, естественно, вот им чаще всего мы и делаем рентгенографии, и лечим уже антибиотиками. У нас за третью волну, в принципе, госпитализировано детей было около 5 из всех. То есть, ну, все равно госпитализируем, не в реанимацию, просто в отделение, а остальных все равно лечим амбулаторно. В настоящее время у нас под наблюдением с положительными анализами порядка 30 человек. В самый пик у нас было до 50. Если сравнивать с прошлым годом, то это в два раза больше, даже больше, да? Нет, не в два раза, я не скажу, что в два раза среди детей нет такой цифры. Я думаю, что раза в полтора было больше вот на самом пике. Про вакцинацию детского населения. К сентябрю месяцу мы ждем вакцину для подросткового контингента. Думаю, что, возможно, начнем
при начале учебного года уже вакцинировать детей. И мы, в принципе, возлагаем надежды на вакцинацию, учитывая, что детское население составляет очень большой пласт населения. Думаю, что если мы хотя бы подростковый возраст привьем, то это уже создаст какую-то хорошую иммунную прослойку, которая даст возможность остановить распространение инфекции.